и о большом событии в культурной жизни региона. Известный композитор Кюйша Сикен Турыспек в Кызылорде встретился со студентами и преподавателями университета имени Коркыт Ата. Гость отметил ответственность творческого пути, рассказал об истории сочинения каждого своего произведения, исполнил знаменитые свои кюи. Обменялись мнениями, исполнили кюи, послушали жирау. Очень рад, что в регионе возрождается и развивается это уникальное наше искусство. И хотелось бы отметить, что домбра не просто инструмент. Вместе с исполнителем они образуют единый ансамбль. Эта созвучность восхищает и покоряет.